Крупнейший двойной теракт в Нигерии. 118 человек погибли в городе Джос в результате двух взрывов. Еще 56 получили ранения и госпитализированы. Трагедия произошла у рынка с торговыми лавками и офисами частных предприятий. Причем акция была спланирована таким образом, чтобы погибших среди мирного населения было как можно больше. После первого взрыва на месте ЧП собрались люди, чтобы оказать помощь раненым. В этот момент, как сообщили в полиции, сдетонировала вторая бомба. Пока никто не взял на себя ответственность за двойной теракт, власти подозревают в его организации членов действующей в стране радикальной группировки «Боко Харам».